Санкт-Петербурге новые квартиры получили 30 человек. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил в Смольном ключи от новых квартир блокадникам, ветеранам и узникам концлагерей. Хотел вам сказать огромное спасибо. Мы стараемся делать все возможное, чтобы обеспечить вам достойную жизнь. Спасибо большое. Александр Беглов отметил, что квартиры находятся в домах, районы которых имеют развитую инфраструктуру. В пешей доступности расположены медицинские и образовательные учреждения, магазины, рынки, аптеки. Награжденный знаком жителю блокадного Ленинграда, очереднику Кировского района, на учете с 2018 года предоставляется однокомнатная квартира. Во время блокады Валентина Изидоровна Матковская жила на Кирочной улице. Но большую часть своей жизни она вместе с семьей провела в Кировском районе. Уже совсем скоро Валентина Изидоровна переедет в свою новую квартиру. Великолепно, что вот такой вот день. Просто приятно было прийти, и столько людей, и вспоминаем о победе. Это же замечательно. Тем более, когда началась война, это было ужасно, конечно. А потом, когда она кончилась, и мы, она закончилась, блокада. Но блокаду умер дедушка, который спасал меня и... Видимо, ничего не ел, а только воду пил. А я хотела, когда кушать, я плакала. Я есть хотела. Дети плачут, когда. Ну и дедушка, конечно, он ничего не выдерживал, он не ел. Он все мне отдавал. Бабушка тоже. Очень благодарна, на самом деле, государству, что они заботятся о ветеранах, о детях войны. Им тяжело, им нужна поддержка, им нужна забота, это естественно. Вот, и как бы тоже стараемся сделать все хорошо, чтобы было, чтобы не чувствовали себя одинокими. До конца года жильем обеспечат еще 19 человек, которые являются ветеранами Великой Отечественной войны.